Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 10 часов 30 минут. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами Эдуард Сунгатулин. Всю неделю мы будем с вами встречаться именно в это время, в 10 часов 30 минут, а со следующей недели опять традиционно в 16:00. Итак, я жду вашей реакции. Если какие-то проблемы с трансляцией, напишите, что нет звука или изображения. Если же все хорошо, то ставьте плюсик. И мы начнем с вами наш обзор, хотя опять немножечко не совсем стандартно, но об этом чуточку позже. Итак, жду, когда вы отреагируете, чтобы узнать, все ли хорошо с нашей трансляцией. Видимо, какие-то задержки в вещании, потому что пока что... Вот, пошли реакции, все хорошо. Вижу ваши плюсики, а это значит, что все нормально. Итак, начинаем наш обзор. Хочу показать вам вашу страничку. И вот прошу вас ответить на следующий вопрос. Дело в том, что я связывался с теми людьми, которые у нас ответственны за наш календарик. Они сказали, что у них все нормально. И люди, которые тестируют именно этот сервис, говорят, что тоже все в порядке. Но почему-то не у меня на моем рабочем компьютере, не здесь не открывается календарь, поэтому у меня просьба к вам сейчас написать, открывается или не открывается у вас экономический календарь от FX Street. Итак, пожалуйста, отреагируйте. Это никак не повлияет на качество нашего с вами обзора, мы все равно проведем полноценный обзор, просто мне хотелось бы узнать, вот, работает ли у вас календарик. У меня почему-то не работает, я попросил своих коллег, они тоже сказали, что не открываются, но... Так, у Романа все окей. Тоже работает. Возможно, что-то с настройками связано. Но вот сейчас все такая фишечка, что... Я его настраивал определенным образом, и теперь у меня не открывается ни здесь, ни на моем рабочем месте. Ладушки, будем разбираться. Значит, у всех все в порядке. Итак, пойдем с вами потихонечку. Посмотрим сначала то, чего ожидают инвесторы на текущей неделе по еврозоне. Итак, инвесторы будут ждать выхода окончательных октябрьских данных по инфляции в еврозоне, публикация которых выйдет в четверг. Согласно предварительным данным, потребительские цены в еврозоне в октябре выросли на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 0,4% в сентябре. Это намного ниже целевого уровня инфляции, установленного Европейским центральным банком. Мы с вами знаем, что уровень инфляции установлен в 2%. Далее здесь говорится, что также участники рынка будут обращать внимание на сентябрьские данные по промышленному производству, которые выйдут в начале недели. Предприятия еврозоны в августе нарастили темпы роста производства, что привело к уменьшению опасений относительно резкого падения британского фунта и его негативного влияния на показатели экспорта. Ожидается, что промпроизводство в сентябре сократилось по сравнению с августом, пусть незначительно, но тем не менее было небольшое сокращение. Итак, это у нас были данные по еврозоне, теперь давайте посмотрим, что будет по Великобритании, чего ждут инвесторы, чего ждут участники рынка. Итак, на этой неделе официальные октябрьские данные также по инфляции по Великобритании будут отслеживаться. В Прайме пишут, что потребительские цены в стране в сентябре росли самыми быстрыми темпами за почти что два года, и большинство экспертов ожидают еще большего ускорения инфляции из-за того, что был достаточно сильно ослаблен британский фунт после событий, связанных с Брекзитом. Кроме того, рынки будут ожидать октябрьских данных по рынку труда Великобритании, которые в сочетании с данными по розничным продажам, вероятно, позволят судить о перспективах потребительских расходов. Итак, это были данные по еврозоне и Великобритании. Теперь, что касается азиатских рынков. Итак, сегодня
Управляющий Банка Японии господин Курода сообщил, что банк внимательно следит, не влияет ли снижение прибыльности банков на финансовое посредничество. Он отметил, что банк будет и дальше внимательно отслеживать воздействие отрицательных ставок на банки. Рынкам, судя по всему, понравилась победа Трампа, сообщил господин Курода. Мало того, нам достаточно мало известно, что из себя представляет Дональд Трамп, так что комментировать его и его возможные дальнейшие действия пока что преждевременно. Курода надеется, что политика Трампа позитивно повлияет на мировую американскую экономику. Вот здесь я с ним на 100 и даже на 1000000% согласен. Если у вас будут вопросы, напишите по этому поводу. Я чуть более широко постараюсь вам ответить, почему для меня совершенно однозначно это позитивный фактор с точки зрения экономики. Далее. Данные по ВВП показывают, что экономика Японии очень прочно стоит на ногах. Смотрите, какая хорошая оценка экономических данных по Японии. Данные ВВП указывают наличие умеренного восходящего тренда. Транс-Тихоокеанское партнерство будет явным благом для Японии. Далее господин Курода сказал, что исчезновение понижательного давления со стороны цен на нефть позволит инфляции потребительских цен в Японии вернуться на позитивную территорию, и дефляция закончится, будет хорошее инфляционное движение. Господин Курода в этом уверен. Так, посмотрим, что-то дальше было еще сказано. Нет, все это вот то, что говорил господин Курода. Далее у нас идут данные по Китаю. Ну, опять же, здесь отмечают рост ВВП Японии, но по порядочку. Итак, в октябре по сравнению с таким же периодом прошлого года промышленное производство в Китае выросло на 6,1%. Такой же рост наблюдался в сентябре. Для меня это достаточно позитивные данные. Не знаю, как это оценивают другие экономисты. Я считаю, что подобный рост – это очень-очень хороший и позитивный сигнал. Октябрьский индикатор немного не дотянул до прогнозов. Их ожидали на уровне 6,2%. В октябре по сравнению с сентябрем промпроизводство выросло на 0,5% после месячного роста на 0,47% в сентябре. Далее говорится, что бюджетные расходы в Китае в октябре по сравнению с таким же периодом прошлого года сократились. То есть финансирование бюджета идет меньше, а рост бюджетных поступлений несколько ускорился. Расходы бюджета в октябре сократились на 12,5, нивелировав рост на 11,3 в сентябре. При этом в октябре расходы центрального правительства выросли за год на 5,6%. Расходы региональных властей сократились на 15,5% в октябре прошлого года по сравнению с таким же периодом года. Ранее расходы региональных властей Китая выросли почти на 40%. То есть вливания идут, экономика развивается. В третьем квартале экономика Японии, дальше речь идет о Японии, росла быстрее, чем ожидалось, но при таких позитивных данных расходы на внутреннем рынке остаются достаточно слабыми. В июле-сентябре в годовом исчислении ВВП Японии вырос на 2,2% при прогнозе роста всего на 0,9%. Рост наблюдался третий квартал подряд, и это был самый продолжительный период роста с 2013 года. Вместе с тем, индикаторы внутреннего рынка Японии не столь позитивны. Потребительские расходы и инвестиции компаний, на которые в совокупности приходится около 70% ВВП страны, остались на уровне предыдущего квартала, несмотря на попытки премьер-министра Синдзо Абэ убедить компании тратить больше денег. Вот примерно такой сегодня экономический фон, который был. К сожалению, календарика у меня нет на нашем сайте, а открывать календари конкурентов, конечно же, не очень бы мне и хотелось. Но вполне возможно, завтра придется прибегнуть уже к этой мере, поскольку нужно каким-то образом полноценно проводить наши с вами обзоры. А вот у меня, повторюсь, и даже Ctrl F5 не помогает, к сожалению. Как я не стараюсь запустить календарик, он у меня, к сожалению, не открывается. Итак, давайте посмотрим, как ситуация развивается с технической точки зрения. Смотрим на котировки нефти марки Brent. Недельный график нам показывает, что пока что идет боковое движение. Цены
не растут, не падают. Если говорить о каких-то сильных и активных движениях, все пока что проходит в рамках того самого боковичка, который мы с вами предположили, что верхняя граница 55, нижняя где-то в районе 45 долларов за баррель. Вполне возможно, что даже будет более активное снижение до предыдущих минимумов, где-то на отметке 41 доллар. Ну, вот пока что все остается в рамках этого боковика, который мы с вами отслеживали до этого. К сожалению, WTI у нас рваный график, поэтому точно мы с вами сказать не можем. Так же объективно, как по нефти марки Brent. Вот здесь картиночка следующая. Тренд нисходящей фазе импульса в достаточно активной фазе. Но повторюсь, что боковик пока что сохраняется. Это вот если посмотреть по неделе. То есть в рамках вот этого бокового движения сохраняется текущая динамика нефтяных котировок. Теперь смотрим на индекс американского доллара. Вот так результаты выбора президента оказали влияние на индекс американского доллара. Он активно растет, оторвался сильно, причем достаточно, от своей линии баланса и вовсю на всех парах приближается к отметке сотни. Теперь, что это означает в более долгосрочной перспективе? Вот так у нас выглядит картинка индекса американского доллара. Я позволю себе немножечко продолжить вот это боковое движение. Вот, наверное, просто так, чуть-чуть подкорректировав. Видно, да, что несколько раз, достигнув отметки 100, затем происходил достаточно приличный разворот, и движение было в обратную сторону. Вот здесь, кстати, то же самое. Это не гэп, это тоже отсутствие склеенного графика. Фьючерсы на индекс американский доллар, там несколько, какой-то период времени выпадали котировки, поэтому это здесь выглядит в виде гэпа. На самом деле никакого гэпа не было, просто было движение вниз. Ну и также все три раза, как только котировки достигали критической отметки в 100, было движение вниз. Но это не значит, что это какой-то очень мощный уровень, который невозможно преодолеть, поскольку, посмотрите, в свое время, в районе 2000 года, индекс американского доллара торговался значительно выше отметки 100, где-то в районе 120. Вот, затем резко сменил свое направление, опустился ниже и где-то по 72 даже торговался. Вот. Ну а сейчас в районе 100. Торгуется это отчасти чуть-чуть, нельзя впрямую об этом, конечно же, говорить, да, как-то связано с графиками японской иены. Хотя цифры другие, но общая динамика вот как-то более-менее она все-таки здесь отслеживается. Но только в очень общих чертах. Вот не нужно это понимать буквально, да, что индекс доллара отражает динамику пары доллара и японской иены. Нет, просто чуть-чуть похоже, скажем так. Потому что внутренние здесь все равно различия, конечно же, есть. Это более тонкая настройка доллара и японской иены. А это все-таки более широкий индикатор индекса американского доллара ко всей корзине всех мировых валют. Так, теперь давайте посмотрим на шестерку мажорных валютных пар, которые этот самый индекс составляют, и начнем, как обычно, с пары евро-доллар. Так, опять же, у нас с вами движение на выборах, теперь посмотрим на недельном таймфрейме. Все укладывается в рамки вот этого боковика, нижняя граница еще не преодолена, если цены пойдут дальше вниз, то все, что мы с вами сделаем, это опустим нижнюю границу нашего с вами боковичка до тех пор, пока цены не преодолеют вот этих нижних отметок. Пока что это боковое движение сохраняется, идет движение вбок в рамках большого движения. Если же посмотреть на значение пары евро-доллар по отношению к своему сбалансированному состоянию, то картинка выглядит следующим образом. Вот у нас линия баланса, то есть это средняя цена за 10 лет пары евро-доллар. Вот, и цены достаточно сильно оторвались вниз. Вот относительно средней цены, именно правильно меня поймите, пожалуйста, средняя цена именно этого графика евро-доллара, да, это не конкретная европейская валюта, не какой-то корзине, а именно евро-доллар, вот, по отношению к своему десятилетнему значению. Текущее значение сильно оторвалось вниз от линии баланса. Если же брать
формализовано, то картиночка у нас с вами следующий. Тренд в нисходящей фазе импульса, то же самое подтверждает ОСМА, торгуется трендовая торговая система. Но если в рамках диапазона, мы уже практически на границе диапазона находимся, тем не менее, сегодня день продаж, диверочков никаких нет. Вот здесь есть, он очень слабый, но день сегодняшний не закрыт, поэтому полноценно говорить о дивере пока что здесь нельзя. Это только намеки дивера, но они уже есть, в общем-то, да? И то, что цены уже близко находятся к нижней границе, вот это чуточку настораживает, но здесь включится правило управления капиталом, поэтому не пугайтесь. Итак, дивера никакого нет. Направление известно, объем сделки пока что стандартный. Смотрим внутреннюю структуру. У нас намечается волна отлива, ждем, когда закончится отлив, и начнет формироваться новая приливная волна, то есть нам нужен сигнал осциллятора в продажу. Но посмотрите-ка, вот здесь очень мощный дивер на стохастике, просто мощнючий. Если уж на стохастике бывают такие диверочки, то будьте покойны, движение бывает, ну, мягко скажем, ого-го. Вот примерно такое. Итак, ждем, когда движение вверх закончится и начнет формироваться новая приливная волна, то есть нам нужен сигнал осциллятора в продажу. Если при этом цены будут находиться ниже вот этих максимумов, то это будет оправданный сигнал. Если же сигнал будет и цены при этом поднимутся выше вот этих опорных точек, то вот здесь бы я, наверное, на какое-то время воздержался от продаж вообще. Но если этого не произойдет и будет сигнал осциллятора в продаже на 4-часовом таймфрейме, на часах обязательное условие – это наличие консолидации. И если все-все-все условия выполнятся, значит отложенный приказ sell stop, определяем точку выхода, где будем выходить стоп-лоссом, ну и в качестве цели у нас с вами нижняя граница, нижней трети нашего с вами боковика, абсолютные значения 1.0745. Записываем 1.0745. И вот здесь очень важно, чтобы выполнялись правила управления капиталом, в частности, одно из них, которое гласит, если ваши потенциальные прибыли не превышают ваши потенциальные убытки как минимум в 3 раза, от сделки лучше отказаться. И мой вам добрый и совершенно бесплатный совет – обязательно следовать этому правилу. Если это условие не выполняется, даже при наличии всех остальных условий, сделку лучше отложить, потому что всех баксов не заработаешь, всех пипсов не перепипсуешь. Так говорят грамотные трейдеры. Итак, это все по евробаксу. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Диапазон можно будет торговать только в том случае, если на дневном таймфрейме будет сигнал осциллятора в покупку, стохастика, но пока что этого сигнала нет. Итак, жду, когда вы отреагируете по евробаксу, а мы пока посмотрим с вами британский фунт, тот самый, который стерлингов. Итак, смотрим британца. Недельный таймфрейм. Совершенно другая картиночка. Посмотрите, да, если у нас ярко выраженный боковик был по евробаксу, то здесь явное нисходящее движение. И если смотреть, как относится британский фунт к паре фунт-доллар, не корзина валют, не некое такое вот синтетическое, да, средневзвешенное значение фунта по отношению к другим валютам, а именно к американскому доллару, то по отношению к среднему значению за 10 лет значение очень сильно оторвалось вниз. Посмотрите, что происходит с британским фунтом, если он сильно отрывается от линии баланса. И сейчас та самая ситуация, когда очень сильно оторвался британец вниз. И еще вот в этой точке, если вы помните, я говорил, да, что он сильно отрывался, и вполне возможно движение в обратную сторону. Но движение продолжилось, и это еще больше растянуло резинку. И чем больше натянута резинка, тем больше силы, которые центростремительные, будут затягивать британский фунт к его линии баланса. Если же брать формализованно, то картинка следующая. Тренд восходящий в фазе импульса. То же самое подтверждает ОСМА. У нас есть диверочек на индикаторе Momentum, поэтому берем в сделку только половину объема, не больше. Итак, день покупок. Половинный объем нашей сделки. Смотрим внутреннюю структуру. Давайте чуть-чуть подправим сейчас наши линии трендовые, чтобы все было красиво и все было правильно. То же самое подкорректируем сейчас
нашу верхнюю границу ценового канала. Итак, смотрим. Идет волна отлива. Ждем, когда движение вниз закончится и начнет формироваться новая приливная волна. То есть нам нужен сигнал осциллятора в покупку на 4-часовом таймфрейме на закрытой свечке. Если сигнал состоится, значит, нужно будет открыть часовик и посмотреть, а здесь есть ли здесь консолидация. Но посмотрите, на часовике у нас уже минимумы опустились ниже предыдущих экстремумов. Поэтому здесь уже можно говорить о том, что происходит локальный разворот движения. Не тренда, а пока что движения. Итак, если, тем не менее, сигнал сохранится, поскольку у нас вот следующая опорная точка, когда можно будет говорить о смене движения на 4-часовом таймфрейме, пока что очень далеко до этого. Итак, если будет сигнал, потом консолидация, ставим отложенный приказ buy stop, определяем точку выхода, где будем выходить стоп-лоссом, и в качестве цели верхней границы ценового канала на сегодняшний день записываем значение 1.2880. Это у нас цель по британцу. 1.2880. Давайте мы ее вот таким вот образом сейчас отметим. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Пожалуйста, отреагируйте по британскому фунту. А мы пока смотрим австралийский доллар. Он пока что укладывается в рамки той бочины, которую мы отрисовали, поэтому, забегая вперед, сообщаю, что пока что австралийцы не торгуются. Мы находимся вне рынка. Если же посмотреть, как он выглядит, он не похож ни на евробакс, поскольку нет бокового движения, ни на британский фунт, на котором понижательный снижающийся тренд. Здесь у нас смена направлений, и можно говорить, что на недельном таймфрейме здесь сейчас идет ярко выраженное боковое движение, поскольку после смены направления, когда у нас вроде бы был восходящий импульс, цены не поднялись выше этого максимума и пошли в бок. Все застопорилось. Очень много шипов вверх, посмотрите, пожалуйста. Вот у нас каждая неделя шипованная практически. Очень сильные шипы вверх. То есть есть попытки двинуться вперед, но они все остаются безрезультатными. Цены не очень далеко оторвались от своей линии баланса. На текущий момент пока цены не преодолели вот эту бочину синюю, которую мы отрисовали, по австралийцу находимся вне рынка. Японская иена, пожалуй, самый основной бенефициар того, что произошло на выборах в Соединенных Штатах. Японская иена дешевеет, уже выше 107 иен за доллар. Уже с половиной, 107,5 идет. Ну а теперь посмотрим недельный таймфрейм. Здесь налицо восходящая формация. Донышки повышаются, вершинки тоже. Достаточно сбалансированно чувствует себя японская иена, но она уже разрядилась после того, как цены сильно оторвались от линии баланса, вернулись, и разрядка уже произошла. Поэтому вполне возможно, что это зарождение нового достаточно серьезного импульса. Формализовано, что мы с вами видим, что наблюдаем тренд, восходящий в импульсе. Теперь смотрим на гистограмму. 22.89, 23 гистограмма растет. Тренд, восходящий в фазе импульса, но посмотрите, какой мощный дивер на индикаторе. Моментум – это значит только половина объема в сделку, не более. Направление известно, объем тоже, смотрим внутреннюю структуру. Мощнейшая волна прилива, ждем, когда он закончится, потом будет отлив и начнет формироваться новая приливная волна. То есть нам нужен сигнал в покупку на осцилляторе на 4-часовом таймфрейме. После чего на часах обязательное условие наличия консолидации. Если все условия выполняются, отложенный приказ buy stop, определяем точку выхода, где будем выходить стоп-лоссом. Цель на текущий момент 108,5 иен за 1 американский доллар. Ну, давайте даже посмотрим сейчас на границу ценового канала. 108,65, если быть точным. 108,65 – это цель по японской иене. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Жанна спрашивает, рекомендуете вход в покупку при подтверждении нашей... Не при подтверждении, нам никакого подтверждения уже не нужно. Еще раз слушаем внимательно. Британский фунт, у нас совершенно однозначно день покупок. Здесь подтверждений никаких не нужно.
У нас половинка объема, поскольку есть дивер на моментуме. Мы определились. Значит, направление известно, объем сделки половинка. Все, подтверждение не нужно. Второе, что мы ждем, это сигнал в покупку. Вот что нам нужно. Если будет сигнал на H4, после этого обязательное условие наличия еще и консолидации на часовом таймфрейме. Вот что нам нужно. И если все условия выполнены, значит, отложенный приказ buy stop, точка выхода, цели мы уже с вами о них говорили. 1.2880. Вот все, что было по британскому фунту. Итак, японца разобрали. Теперь смотрим швейцара. По швейцару у нас тоже пока что все в рамках боковика. Швейцар у нас отскакивает от паритета, как из пушки. Посмотрите, каждый раз, как цены подходят, он выше не поднимается. Сейчас тоже пока что все происходит в рамках боковика. Если брать трендовую торговую систему, то тренд восходящий в фазе импульса. То же самое подтверждает ОСМА. Дивер еще до конца не сформирован, поскольку день сегодня не закрыт. Смотрим внутреннюю структуру. Идет импульс, ждем движения вниз, формирование сигнала осциллятора в покупку. На часовом таймфрейме консолидации, если все условия выполняются, отложенный приказ buy stop. И вот здесь обращайте внимание на правила управления капиталом. Цель – паритет, единичка ровно. Если в три раза не будут превышать потенциальные прибыли ваши потенциальные убытки, от сделки лучше отказаться. Это у нас был швейцарский франк. Неделя. Боковик, и на месяце, посмотрите, он достаточно недалеко от своей линии баланса. Вот объективная картиночка у нас по швейцарскому франку. Канадский доллар. Weekly. Явное восходящее движение. На месяце цены отрываются от линии баланса. Формализованно видим следующую картинку. Тренд восходящий в импульсе. То же самое подтверждает ОСМА. Диверов никаких нет, день еще не закрыт, объем стандартный, покупки, смотрим внутреннюю структуру, идет прилив. Ждем, когда он закончится, затем будет волна отлива и начнет формироваться новая приливная волна. То есть нужен сигнал в покупку на осцилляторе на закрытой свечке. Если условие выполнится, значит, на часах должна быть еще и консолидация. Если это условие выполняется, ставим отложенный приказ buy stop. Определяем точку выхода, где будем выходить стоп-лоссом. А теперь внимание, цены практически находятся на своей цели. На текущий момент у нас с вами цель 1.3580. И если потенциальные прибыли не будут превышать в три раза ваши потенциальные убытки, от сделки лучше отказаться. Вот примерно такая картиночка у нас по всей шестерке мажорных валютных пар. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции, а пока что смотрим золото. Золото достаточно сильно отреагировало на выборы в Соединенных Штатах, цены опустились, фильтры пока что смотрят вверх, но уже очень близко сошлись. Если только произойдет пересечение, мы с вами пересмотрим свою парадигму относительно золотого инструмента. Пока что мы говорим только о покупках. Смотрим внутреннюю структуру. Цены побывали в зоне перепроданности. Но это нельзя назвать полноценной консолидацией, но все-таки боковое движение было. И вполне можно было здесь открываться отложенным приказом. Сейчас уже нужно было быть, конечно же, в рынке. Совершенно однозначно. Цели. Мы с вами о них говорили. Посмотрите, вот это движение вверх, да, оно как раз тяготело к предыдущему максимуму. Поэтому пока что оставляем тот же самый максимум с вами. $1337 за одну тройскую унцию. Ну, а дальше уже движение к любому из этих пиков. Вот примерно такой расклад у нас с вами по золоту. Итак, давайте будем завершать наш обзор. Благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны и осторожными. Берегите себя. Удачи всем.